Какая красота, сказка. Я хочу, где устал, просто мимо пройтись, ну или посмотри, что там. Пока живописное место очень. А, нет, я тебя уже выложил. Это прямая трансляция. Это вживую. Я заранее трансляцию организовал. Олечка, Николенька. По машине дяденьки. Папе. Бегемоту. Это на пенсии, а я-то работаю. Мы тебя не перенесли места закрыться. Лицо в смысле. Да? А что, ты так камня поползли? Какая красота вообще. А? Даже какал. Поэтому это. Ну ладно, поползли туда к камням. А то, если что, даже...